Итак, как быстрее всего открыть вот здесь все двери на раскопках? Тут бывает несколько вариаций этих головоломок. Я вам покажу одну из них. Берем сразу эту хрень, ставим в третью. У нас открываются вот эти двери. Тут можно всякое полутать, что вам нужно. Вот здесь вот дверь осторожно, она быстро закрывается. Поэтому вышли, залутали и зашли обратно. Ну там, в принципе, можно будет обойти, даже если вас закроют, ничего страшного, но зачем? Вот еще один генератор. Открываем дверь. На шифте можем идти. На F его подбирать и на F же бросать. Так, этот еще один генератор. Мы несем. И бросаем вот здесь. Все, бросили его. Возвращаемся к там, где три этих пустышки. Точнее, две пустышки, одна в слоте. Ну, генераторы. Переставляем из третьей во второй. Дверь открыта. Вставляем сюда. Тоже здесь можно всякое полутать. Бежим сюда. Еще один генератор. Тоже здесь можно полутать всякое. Забираем генератор. Вытаскиваем отсюда тоже генератор. Все, эти генераторы несем на то место, чтобы их все туда воткнуть. Выносливость ждем, чтобы быстрее отрегенилась, чтобы совсем на кропалях не бегать, вдруг кто-то придет и нужно будет текать. Все, воткнули. Теперь вот здесь вот открылась дверь. Открываем. Заходим, закрываем. Все равно кто-то в спину сможет зайти, но... И здесь, собственно, лутаем. Мне здесь один раз... Выпала эпическая фиолетовая пушка, но это был один раз, а сном. Вот видите, всякая хрень. Если быть точным, даже не эпическая фиолетовая, а экзотическое розовое оружие выпал. Но шансы есть, попытайте свою удачу.